О, Владосик, здорово! Ты чё тут какими Здорово, судьбами? брат. Слушай, есть, короче, идея, есть новый трек, «Тишина» называется. Вот, Ага. хочу снять с тобой роль. Так, а чё за трек, про чё? Ну, короче, «Любовь, морковь», все дела, но она танцевальная при этом, такая веселая, в стиле 80-х, короче, ретровая. Может, уже что-нибудь подинамичнее и агрессивное сделаем? Ну, опять про Слушай, любовь. ну, такая, не, ну она веселая, камон. Все норм, я сейчас скину, слушай. Давай, 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 послушаю. Блин, Владос, ну опять какое-то ванильное. Может, мы что-нибудь сделаем уже поинтереснее, посмешней? Типа что-то вирусное? Ну, конечно, ну чё это вот эта любовь, морковь? Мне кажется, она уже всем надоела. Надо что-то туда прям воткнуть интересное. Блин, братан, есть идея, короче. Слушай, ну это полный трэш. Давай. Короче. Меня убивает эта тишина. 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 Она скоро нас двоих сожжет дотла. Дотла. Бро, слушай, давай, короче, вставим туда танец. Ну, давай без танцев уже, это слишком банально, у тебя в каждом клипе ты танцуешь. Давай что-нибудь с перчинкой, раз мы начали трешовать уже. Нет, я имею в виду не профессиональные танцы, а вот мы же будем жить все вместе скоро на вилле. У нас огромная компания. Давай всех наших соберем, короче, пусть все танцуют. Так они Вирусный же танец. никто не танцоры. Бля, братан, в этом же и фишка, это смешно. Дай-ка подумать. Меня убивает эта тишина. Я думаю, да, давай попробуем это снять. Это должно быть интересно. Но правда какой-то сюрреализм получается, полный трэш. Люди вообще поймут, о чем этот ролик. Всего в мире происходит, что мне кажется, это норм. Ну типа, камон, такой сюр происходит. Это же сон, какая разница? Блин, да давай сделаем, короче. Давай, бах, круто. Все, тогда на Бали увидимся. Меня убивает эта тишина.